Всем привет, дорогие друзья! С вами снова Александр. И я хочу рассказать о коляске от компании ABC Design. Точно ее название это у нас Catania 4, если быть точным. Если вы смотрели обзоры на эту компанию мне на канале, то обратили внимание, что этот бренд мне достаточно сильно симпатичен, потому что я считаю этот бренд в премиальном сегменте находящийся и за очень адекватные деньги. Он, в принципе, не хуже колясок, которые стоят там 100 тысяч и выше, а в реальности он стоит дешевле ощутимо, но качество не уступает премиум, очень дорогим, я имею в виду, прям в деньгах, коляскам вообще не уступает в качестве. Поэтому я очень ценю этот бренд, уважаю за то, что они могут делать так хорошо и так относительно, конечно, повторюсь, недорого. Это не дешевые коляски, ни в коем случае. После обзора, кстати, по ссылочке можете посмотреть актуальную цену, там варианты расцветок и тому подобное. Будет ссылка на магазин First Buggy, первая коляска. Ну а мы с вами начнем. Как обычно, вначале я называю вам всегда технические, краткие технические характеристики коляски. ABC Design — это немцы, вдруг кто подзабыл. Гарантию дает 2 года производитель, и сейчас гарантия работает, все в порядке. Вот, вес с люлькой здесь 11 килограмм, друзья, она очень легкая. И сиденье с прогулочным блоком, мы к нему чуть позже подберемся, 10,5 килограмм. Кстати, наклон там 125-175, это хороший показатель достаточно. Ну, соответственно, с рождения до приблизительно 4-5 лет эту коляску можно эксплуатировать. Вес ребенка она выдерживает 22 килограмма. И что мне нравится, 59 сантиметров колесная база. В нормальное, вообще в любой лифт вы заедете. И у нее большая люлька 76 на 34. Люлька прям тут мое почтение. Хорошая большая люлька. Смотрите, здесь сразу хочу заметить, у меня 186 рост. И смотрите на высоту люльки от пола. Кому-то может показаться чуть-чуть низковато. Ну, как по мне, это все мелочи, но все же она не очень высоко от земли. Такой компактный, аккуратный вариант. Что касается козырька, сразу давайте я вам покажу. Здесь есть дополнительная такая секция. Нажимаем, и козырек у нас здесь просто здоровенный. И из того, что мне не нравится, здесь нету москитной сеточки для проветривания, но зато ребенок очень хорошо закрыт. Вот смотря в какое время года вы попадаете, может, для кого-то это будет важно. Ну, как по мне, всегда можно убрать накидочку летом, и ребенку нормально будет, там все хорошо. Но козырек тут здоровенный. Кстати, что касается тканей, ткань, как показывает практика, где используется вот такая ткань, такая достаточно плотная, плотный материал, используется приятный тактильно, и как показывает практика продаж вот с такой тканью колясок, она очень живучая и долго не теряет товарный вид. Как по мне, вполне себе. Конечно, это не шелк, что там прям вот просто балдеешь от прикосновений, такого нет. Просто нормальная, хорошая, крепкая ткань, нормально выглядящая, все окей. Так, еще что мне нравится, на козырьке есть вот такая транспортировочная ручка с эко-кожи, эко-кожа в прострочку, в ромбик полностью сделана и, соответственно, выглядит дорого-богато. Так, давайте заглянем с вами внутрь люлечки. Люлька у нас с такой накидочкой, накидка держится у нас с помощью кнопочек. Кнопочки есть здесь, здесь и здесь. Три точки крепления. Все, вот она какая у нас внутри. Большая, вместительная. Вот здесь ткани очень приятные, тактильно. Матрасик большой, толстый. Основание здесь, видите, с отверстиями дышащее. Не дерево, пластиковое. Но это не суть важно. Главное, ровное, жесткое дно. Поэтому с этим, друзья, все хорошо. Как по мне, достойная люлька на любое время года, зимой в пуховом конверте, меховом, комбинезончиках. Вообще ребенок спокойно всегда поместится. Что мне не очень нравится, это то, что у кнопок боковых для съема люльки нету памяти. Чтобы нажал, она зафиксировалась, а потом за ручку поднимаем. Здесь нужно одновременно
нажать и поднимать. И есть ножки для того, чтобы можно было ставить на землю. Ну, собственно, с люлькой мы закончили, друзья. Ставим прогулочный блок и быстренько смотрим, что он из себя представляет. Опачки! А блок здесь классный, друзья. Напоминаю, реверсивный, и по ходу, и против хода, естественно, можно ставить. Ставим. И что мы видим, друзья? Сразу уже раздвинул предварительно козырек на максимум. Также секция закрывается, если вам этого много. Вот, ну вот очень хороший, классный козырек. Из того, что часто родители хотели бы видеть, не все, но часто, это смотровое окошечко за ребенком. Но тогда у нас там как бы лишняя дырка. Вот кому что важнее? Как по мне, важно хороший большой козырек. Здесь с этим все хорошо, регулируется он тихо, мягко, без всяких там щелчков и тому подобное. В комплекте мы видим, сразу идет хорошая, большая, теплая, очень толстая, с дополнительным бортиком, чтобы ребенку не поддувало. Накидку на ножки. Зимой реально оцените, классная вещь. Ну, ребенок оценит. Вот, можно даже чуть-чуть увеличить размер, если будет маловат. Как по мне, вот такие накидочки, это прям очень здорово, когда они идут уже сразу в комплекте. Давайте сразу, кстати, комплект я вам скажу. Будет еще идти дождевик на люльку и прогулочный блок. Накидку на ножки я вам показал. Ну и, собственно, сама коляска. Что из себя представляет сиденье? У сиденья высокая спинка при высоком росте ребенка. Это очень здорово. Пятиточные ремни с мягкими накладками по напаховой зоне и на плечевой. Бампер у нас откидывается как калиточка. Он также с такой же красивой ровной прострочкой выполнен, как и сама ручка. Это здорово. Подножечка у нас вот так вот регулируется. И что касается спинки, друзья, здесь у нас используется гамак. Не ровная поверхность, а именно вот с таким немножко перегибом ножек у ребенка. Ну, как в Европе, я уже часто это говорю, говорят врачи, что это очень полезно для кровообращения, что ножки не затекают, что так полезнее. Ну, у нас в России почему-то больше все-таки любят более простое, лежачее, ровное, горизонтальное место. Но, как по мне, ребенок нормально спит и там, и здесь, поэтому тут кому что, а лысому бантик, как говорится. Вот, собственно, здесь у нас три положения по наклону есть. Вот сейчас я могу вот так эти щелчки ловить. Вот он сел, среднее и лежачее положение. И часто просите в лежачем положении открыть козырек и показать так. И плюс, не забываем, что накидочка на ножки у нас полностью закрывает ребенка с бортиком. И ребенок хорошо там закрыт. Ну, я считаю, это нормально, абсолютно. Есть, конечно, более закрытые коляски, но это не она. Так, что касается ручки, друзья. Ручка здесь у нас регулируется именно с помощью наклона, не телескопически. Вот мой рост 186, как я уже говорил, проецируйте, как вам удобно, неудобно. В принципе, мне достаточно, как я говорю, мне почти все ручки подходят, и смотрите сами. Вообще можете, в принципе, в первую коляску приехать, все это посмотреть, покатать, поюзать, и поймете, нравится вам высота ручки или нет. Я бы даже рекомендовал это сделать, потому что коляской пользоваться нужно много, долго и часто, поэтому она должна быть максимально удобная. Так, что касается рамы, как вы видите, это не пластмассовая рама, нормальная металлическая рама, у ABC Design очень хорошая всегда сборка, и к качеству элементов сборки у меня вообще претензий нет. Все металлическое, все крепко, все здорово. Колеса у нас здесь не надувные, просто полиуретановые, но очень легкие и мягкие. Мелкую неровность, щебеночку нормально гасят, поэтому вот колеса хорошие. Естественно, передние поворотные, с возможностью заблокировать их, само собой. Тормоз, друзья, здесь классный. Нажимаем сверху и блокируем на тормоз и снимаем с тормоза.
Так, что касается багажника, в нем есть такой небольшой кармашек. Сам багажник классный. Единственное, что немножко скрадывает его объем, это у нас вот эта перекладина. Но от этого мы никуда не денемся, друзья. Она есть, и все. Здесь вот как есть, как факт. Ее воспринимаем, и все. Так, друзья, давайте теперь попробуем ее сложить. Если честно, я ее не пробовал складывать непосредственно с прогулочным блоком. Как-то обычно гамак, когда я даже не пытаюсь отдельно складываю. Давайте сейчас вместе с вами я прям возьму и попробую сложить ее вместе с прогулочным блоком. И посмотрим, что из этого получится. Опускаем. Вполне себе достойно, слушайте. Вот так заворачиваем. Можно скинуть бампер. И что мы видим? Вполне себе компактную конструкцию, которую в багажник можно спокойно убирать. Как по мне, достойненько получилось у них. Здесь даже действительно можно именно с блоком и складывать, потому что если вы ее можете вытащить, снять и положить отдельно, компактнее она от этого не станет. Поэтому нормально все здесь в BC дизайна. Молодцы. Так, собственно, по большому счету, всю информацию, которую я хотел донести, я донес. Напоминаю, ссылка внизу в описании есть. Пройдите, посмотрите. Там вы можете и расцветки, полные точные характеристики почитать. И если понравилось, соответственно, можете заказать. Курьер день-день или на следующий день вам привезет. Ну а мое мнение, как я вначале сказал, я очень с уважением отношусь к этому бренду, потому что не ломаются. Относительно премиума. Это недорого, я считаю.